зовут Евгения Финагентова, и я игрок «Динамо ГУВД». Сегодня мы берем интервью у Михаила Топтыгина. В каждом сибиряке живет медведь. Ну как тебе вообще кажется? Игра напряженная. Кто не выдержит этого напряжения? Я не могу это выдержать, и это не передать словами, что я чувствую вообще в шкуре этого мишки. Я не знаю, что еще говорить. А ты болеешь за нас или нет? Конечно же, я болею всей душой и сердцем. Посмотрите, меня рвется просто мой тулуп. Может, придешь на нашу игру как-нибудь тогда? На какую вашу? 5 апреля мы играем. Приходи в костюме медведя. Правда? Меня там порвут, как тузика-грелку. Но я постараюсь прийти обязательно. Мы будем ждать. А кто скрывается под маской талисмана? Расскажи нам о себе. Под талисманом скрывается Мишка. Меня плохо кормили в зоопарке, а здесь кормят отлично и хорошие люди. А что нужно для того, чтобы стать талисманом? Как ты добился этого? Я очень долго болел за нашу команду и был очень активным зрителем, и меня пригласили. С вами была Евгения Финагентова, игрок «Динамо ГУВД», и мы разговаривали с талисманом БК «Новосибирск» Михаилом Топтыгиным. Oh no, I need the chip and slap the clip up.